иду по мостику, ну там по тропинке, и не подумал, ата. И наступил на сбоку, рядышком, и провалился. Вот Сергей он... Николаевич Чуриков, большое спасибо ему за то, что быстренько меня спас, как говорится. Так что я очень благодарен ему. Так что спасибо я хочу передать ему еще большое за, как говорится, чисто человеческое отношение. Ну, хочется сказать рыбакам, чтобы они были усмотрительны, не глядя, что погода такая, еще лед там, а этот лед очень бывает чувствительный в некоторых местах. Вроде дорожка еще идешь, а сбоку уже рыхлый снег, и внезапно проваливаешься. Так что будьте осторожны, рыбаки, и не ходите уже.